аварийка или что там, машина стояла около 7 часов, они не поднялись, не отреагировали, развернулись и уехали. Вот до 11 часов пар шел. Кто потом отключал, не знаем. Прорывы в этом доме не редкость. Очередной случился в минувшую пятницу. Понять, что произошла авария, жителям нетрудно. Из подвала сразу же доносятся соответствующие запахи. В квартирах стоит сырость. Несмотря на то, что на улице минус, в подвале свой особый климат. Здесь стоит вода и летают комары. Раньше здесь было общежитие, потом комнаты приватизировали. С переменами пришло нововведение. По словам жильцов, ЖУ отрезало отопление в коридорах и на лестничных площадках, чтобы не ремонтировать старые трубы. Когда здесь в последний раз меняли коммуникации, никто не помнит. В пятницу все парило, до пятого этажа все было мокро. Даже свет отключали. И не знаем, что делать. Мы уже писали и говорили, и ничего, тут ничего не делается. У нас там зимой окна все старые, плохие, все промерзает насквозь там вообще. Ну, кошмар. Представитель управляющей компании, который работал в подвале, комментировать ситуацию на камеру отказался. Отметил лишь, что трубы заваривают, и в ближайшее время в доме снова будет тепло. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».